Сегодня Ивар Калнинч – примерный и любящий муж и отец. Ему никогда не нравилась амплуа героя-любовника. В жизни он совсем другой и признается, если бы нынешняя жена встретилась ему раньше, то стала бы единственной в его судьбе. Европейская внешность, акцент и невероятное мужское обаяние. Галантное отношение к женщинам и прекрасные манеры. Устоять перед ним слабому полу было сложно. Его подозревали в связях с самыми известными и красивыми актрисами. Говорили, что даже сама Вия Артман не обошла его своим вниманием. Но одно известно точно – фильм-театр, где они вместе снимались, принес актеру огромную популярность. Ну а дальше его карьера пошла вверх. Поклонницы писали письма, где признавались ему в любви, хранили открытку с его изображением и караулили у подъезда. Ивар родился в большой дружной семье. Родители делали все, чтобы он не вырос белоручкой, поэтому отправляли его на все лето в деревню. Там он помогал деду пасти скот, чтобы заработать на школьную одежду. Но несмотря на все трудности, все дети в семье учились в музыкальной школе. Молодой человек стал рано подрабатывать на карманные расходы. Отец пристроил его в трамвайное депо, обучиться слесарному делу. На первые заработанные деньги он купил себе гитару. Тогда все болели творчеством Битлз. С другими ребятами он создал группу, и они стали петь на танцах. Именно тогда к нему пришло первое осознание, что он любит сцену и хотел бы на ней выступать всегда. Ему было всего 14, когда его записали на курсы в Рижскую киностудию. Отучившись, он подал документы в Латвийскую консерваторию на актерский факультет. И еще будучи студентом, начал сниматься в кино. После выхода на большие экраны театра образ героя-любовника прочно закрепился за актером. Он будет преследовать его всегда. Вот только в жизни он был совершенно другим. Веселый, юморной душа компании, он мог развеселить любого. Стоило ему только появиться в проеме дверей, уже все смеялись. Вот только режиссеры так и не разглядели в нем склонность к шутовству. О своей личной жизни актер говорить не любит. Он никогда не бросал женщин и всегда мечтал о тихом семейном гнезде. Они уходили сами из ревности или непонимания. А давал ли он повод, об этом Ивар умалчивает. Его первая жена Илга родила ему двоих дочерей – Уну и Элену. Это была грустная история. Они не ссорились и не скандалили, просто накопилась психологическая усталость. Женщина ушла от него после 20 лет счастливого брака. Со своей второй женой, актрисой Аурелией Анужите, Ивар познакомился на съемках фильма и уже больше не смог расстаться. 19-летняя рыжеволосая красавица была ровесницей его старшей дочери. У них родился сын, но и этот брак просуществовал всего 7 лет. Почему же они расстались, актер также не рассказывает. Сама же Аурелия утверждает, что хотела развиваться и много сниматься, а муж на нее давил. Она сама ушла от него и забрала сына. Тогда актер очень тяжело переживал разрыв. Ему казалось, если она вернется, он все простит и будет у них как прежде. Впрочем, так и случилось. Она вернулась, только как прежде уже не случилось. Нельзя дважды войти в одну реку. Супруги расстались на этот раз навсегда. Ивар не общается с Аурелией, но сына, которому сейчас 26 лет, видит часто. Известно, что никто из детей не пошел по стопам отца. Его третья жена Лаура никогда не была фанаткой и полюбила его не за звездность. Они познакомились в конце 90-х, а потом он ухаживал за молодой женщиной, как в кино. Цветы, серенады, подарки и красивые слова. Они скрывали свой роман из-за большой разницы в возрасте – 30 лет. Но разве от журналистов можно что-то спрятать? Сегодня актер признается, что нашел ту единственную, с которой полностью счастлив. У них родилось двое дочерей. Луизе уже 19, она хорошо рисует и учится в академии. А Вивьена 11, она еще школьница. 73-летний актер живет на две страны. В Риге Ивар играет в театре, но другого источника дохода там нет. А в Москве он задействован и в театре, и в кино. Артист в постоянных перелетах и поездках, но всегда мечтает о простом человеческом счастье – быть рядом со своей семьей. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы актера Ивара Калнича в кино.